Союз и созидание – тема третьего Забайкальского международного кинофестиваля, который пройдет в Чите с 30 мая по 2 июня. По задумке организаторов, его цель – напомнить о том, что искусство, а особенно кино, способно стать той силой, которая объединяет и поддерживает самые разные группы людей. Подготовка к фестивалю ведется при участии обновленной творческой команды. Основной состав остается прежним. Это председатель организационного комитета и некоммерческого партнерства «Забайкальское землячество» Виктор Шкулев. Бессменный президент Забайкальского международного кинофестиваля, народный артист РСФСР Александр Михайлов и генеральный директор кинофестиваля Лилия Савина. Среди новых участников оргкомитета Мария Безенкова. Она назначена программным директором кинофестиваля. Мария – киновед, кинокритик, доцент двух ведущих вузов России. Имеет большой опыт в подготовке международных фестивалей и кинофорумов.